Товарищ капитан Третьего ранга, радиограмма от штаба флота. Так, работай. Помощник, идем на перехват каравана. Курс Норд-Вест. Пять лет плаваю, и каждый раз, как выхожу в море, весело на душе и грустно. Просторы, воздух соленый радует моряцкое сердце. А вместе с тем, вот тут, щемит как-то. Щемит? Почему? Не знаю, товарищ капитан. Все это предрассудок, конечно. Не случалось с нами ничего плохого, и случиться не может. Это ж факт. Откуда у вас такая уверенность? Я в поход всегда такую вещичку беру. Полная у меня от нее уверенность, что увидим мы с вами родную гавань и на этот раз. Талисман? Точно, товарищ капитан третьего ранга. Талисман. Натравил вчера до нестерпимого блеска. Колдуете, товарищ Минаев. Пуговицы дороже бриллианта. Тушурки командира немецкой подводной лодки. Но с пуговицей погибшего моряка в море уходит, а уж шторм не берет, снаряд не трогает, глубинные бомбы не задевает. Уй! Возьмите, товарищ капитан третьего ранга. Пригодится. На брюки себе пришить. Дело, конечно, ваше. Можно и на брюки пришить. Оба полные. Точно, товарищ капитан третьего ранга. Мистика это и предрассудок. Ничего больше. Репетируем, товарищ боцман. А чего его веселить? Он и так веселый. Веселый да не очень. Привыкайте, товарищ Сорокин. Боевая работа — это вам не школа под плаву. Поди по своей Кате скучает. У вас Катя или Таня? У него Маруся, товарищ боцман. Маруся? А как она из себя? Да боится, отобью, прячет. Вернемся живыми, покажу. Да ради мертвые возвращаются, чудак-человек. Возвращаются только живые. Верно, товарищ боцман. Вот я смерти не боюсь. Боли боюсь. А смерти я не боюсь. Я, товарищ боцман, на мраморную доску хочу. Куда, куда? А у нас в школе подводного плавания на мраморе золотыми буквами фамилии тех, кто подвиг совершил. Или храброй смерти погиб. Или землю нашу прославил. Так вот я, товарищ боцман, подвиг хочу совершить. Гордой. А бюст не желаешь? Бюст? Желаю. Но это потом. Похвально. Одобряю. Продолжайте.
небось, тоже Катю вспоминаешь? Нет, не Катю. Нет, не Надю. А Павлову? Лапшу. Лапшу вспоминает товарищ боцман. Ящик не додали. Вернемся этому черту буталеру, голову откручу. Нам необходим кратчайший путь. По данным штаба, караван здесь. А мы, вот где мы сейчас, нас разделяет минные поля Аланского архипелага. Перерезать курс каравана нужно вот где. Но для этого надо обходить минное поле. А это 6 часов лишнего хода. Это значит упустить караван? Упустить? Нет. Зачем же мы будем его упускать? Где оно, это непроходимое минное поле? Легче жизнь прожить, чем это поле перейти. И тем не менее, нам нужно его пройти. Мы его форсируем. Стоп, дизель! Перейти на электромоторы! Какие глубины под берегом? Точных промеров нет. От 3 до 5 метров примерно. Так. Давайте на место. Принять балласт. Есть, принять. Скажите, что подали портсигар. Малый вперед. Есть, малый вперед. Курс 40. Куда мы? И на мину наскочим. Под берегом мин может и не быть. Эта веха стоит в полутора кабельтовых от берега. Только бы глубины хватило. Помощник наверх. Нет, наверх. Усилить наблюдение. Минеры и штурманы в кают-компанию. Отдайте ваши внучки. Нет у меня еще внучки. Не годится штурман. Если прорваться через минное поле под водой, мы можем налететь на первую же попавшуюся мину. Правильно. Это мы всегда успеем. Тогда придется ждать ночи, затем идти в надводном положении. Некогда мне ждать ночи. Я предлагаю воспользоваться туманом и сейчас же прорвать минное поле в надводном положении. А ту сторону заграждений мы рискуем нарваться на сторожевые суда. Ну что ж, и мы
Не овечки. Важно проскочить эти чертовы загородки. А там наши торпедные залпы отобьют охоту гоняться за нами. Ух, да чего же вы отчаянный товарищ. Какие глубины пролива, штурман? 60-70 метров. Решаю. Погружаемся на предельную глубину. Пойдем под минами. На брюхе поползем. Кожу сдерем, а пройдем. Корабль. Миноносец? Нет, что среднее между тральщиком и морским буксиром. Вооруженный. Идет прямо на нас. Сейчас топить будем. Минер в свой отсек. Корабль противника. Быть на торс. Идет на минное поле. Интересно. Средний вперед. Что делает? Прямо на мины? Право руля. Лево. Больше лево. Так держать. Есть так держать. Минозаграждение прошли следом за пенской лайбой. Командир решил корабль не топить. Гуляли мы с тобой, дружили мы с тобой, карточками навечно обменялись. А теперь дружбе наша крыша. И карточками твоими к чему. Вася! Нет для тебя больше Васи. Трусов товарищах не держу. Прошите пройти. Идите. Не хочу я супу.
А почему такой хмурый, Чибис? У него ностальгия. Ностальгия по латыни тоска. Болезнь серьезная. Какой же способ лечения? Воздух. Покой. Дамы. Глупо шутите, Костоправ. Какой же он минер, действительно. Дела у нас отменные. Полным ходом идем на место волнующей встречи. Недовольны, Чибисов? Считаете, зря упустили буксир? Устав запрещает обсуждать действия командира, товарищ капитан третьего раунда. Оставим на минуточку, устав. Скажите, не стесняйтесь. Меня всегда учили так. Видишь противника? Уничтожай. А если это нецелесообразно? Уничтожать противника всегда целесообразно. Не всегда. Вы не охотник? Нет. Видно. Опытный охотник, когда идет на крупного зверя, по перепелам не стреляет. Не понимаю аналогии, товарищ командир. Да мы не рисковали ничем. Потопили бы корабль 30 секунд. А на 29-й радист корабля сообщил бы в свой штаб, что советская подводная лодка прорвалась через минное поле. Я полагаю, что мы будем помогать Красной Армии настоящим делом, а не тем, что станем бить пустые буксирчики. Товарищ командир, на курсовом 25 градусов, и мы... Три транспорта под конвоем миноносца и двух охотников. Право руля, курс 30 градусов, на рубе 30 градусов. Ракетная атака! Приготовить левый зал. Первый и четвертый аппараты вдовь. Есть первый и четвертый аппараты вдовь. Отставить, Тёвс. Противник изменил курс. Умные черти. Лево на борт. Ложится на 315 градусов. Есть, ложится на 315 градусов. Почему не стреляют? Позицию выдирают, чтобы в центр. В борт. Понимаешь? Аппараты ТОВС. Есть аппараты ТОВС. Отставить ТОВС. Право руля. Погружаться на 25 метров. Есть погружаться на 25 метров. Ложиться на 345 градусов. Глубина 25 метров. Руки! Курсом 345 градусов мы идем прямо на противника. Так и надо. Акустика наблюдать и докладывать. Шум винтов усиливается. Транспорты идут прямо на нас. Расстояние 8 кабельтовых. Курсовой 42 левого борта. Расстояние 4 кабельта. Курсовой 15 левого борта. Аппараты ТОВС. Ответные аппараты ТОВС. Аппараты!
быть под перископ. Наполнить быстро! Больше теперь нет, Басман! Ныряй под тонущий транспорт! Там не достану. Центрально пробоина в шестом отсеке. Товарищ командир, аварийная тревога. Пробоина в шестом отсеке. Первый, второй. Аварийная тревога. Пробоина в шестом отсеке. Маслов, Свет, Булгаков, Клинья. Инженер-механик, аварийную партию в шестой отсек. Есть аварийную партию в шестой. Пустить помпы. Пустить помпы. Включить аккумуляторные фонари. Как в отсеке? В первом отсеке все в порядке. Как в отсеке? В пятом отсеке хорошо. Шестой отсек. Скорей! Скорей! Пропадай, парень! Доложить трубцину! Шестой отсек, Осипенко! 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 Шестой отсек! Центральном! Есть в центральном! Осипенко! Вы? Я! Забиваем клин! Вода продолжает поступать! Дальше гоняться бессмысленно. Придется поворачивать. Провозились с этой починкой. Какой груз упустили. Доносим командование, операцию продолжаем. А корабли-то в порту? Да. Помешал? Товарищ капитан, третий враг. Входите. Сергей Константинович, хочу сказать, вышло, как говорят, неувязка. Ну, словом, сглупил я, о чем и докладываю. Да бросьте меня, садитесь. Признаться честно, доведись мне с моим характером в такую перепалку попасть. Кормили мы сейчас рыбу. Не хвалить, Чибисов. Дела у нас неважные. У нас? Классический маневр под тонущим транспортом. 16 тысяч тонн одним ударом. А 21 тысяча ушли в порт. Приказы мы не выполнили, товарищ Чибис. А что если... Да нет, опять скажете. Отчаянный. А может, и не скажу. Я хотел предложить... Что если взять, да...
волнуйтесь, товарищ капитан третьего ранга. Бой зал! Бли! Бли! Погружение! Лево. Отводить. Так держать. Кажется, ушли. Товарищ помощник, занесите в вахтенный журнал. 205 торпедировано 2 транспорта противника. Водоизмещением 21 тысячу тонн. Есть донести? Характер у человека. Чем недоволен? Подумать только. 21 тысяча.
Такого рода стал усики носить. Одно просить не смею фашистскому злодею, что целый мир сильнее, чем я устал смешить. Номером нашей программы наш марш. Тропы, ветер Балтики седой, зорким глазом перископа ищет лодка знак чужой. Мы дойдем до нашей цели, отшумит гроза, и споют, как все мы жизнь любить умели, и смотреть всем смертям в глаза. Дали горечь пепла, скорбь утрат сердца прожгла. В испытаниях воля крепла и на подвиги вела. Русский гнев могучий страшен, коль пришла война. Враг познает ярость грозной мести нашей и за все даст ответ сполна. Невские туманы, камни Финских островов и одесские лиманы, славы русских моряков. Тот, кто гибель презирает, всюду впереди, он девиз для жизни гордый выбирает, до конца ты все пройти. Сколько труда, риска, все зря. Так все рассчитать, влезть, можно сказать, в самую пасть, только для того, чтобы утопить пустые коробки. Такие пустые коробки на улице не валяются. Как-никак, 21 тысяча тонн. Не стал бы я рисковать лодкой, жизнью экипажа, если бы знал, что транспорты уже разгружены. Но мы этого не знали. Должны были догадаться, что они не станут мариновать войска, танки, боеприпасы. Что ж делать, Палат, а? Они поди. Содержимое этих посудин самым полным гонит на фронт. К линии фронта единственная железнодорожная ветка. Идет по кромке пустынного берега. А в напуток? Напуток. Где-то я читал. Да, в морском сборнике. Действие подводной лодки на морских коммуникациях противника. Ее десантные возможности. Моя статья. В центральном. Минеры и боцманы ко мне. Так говоришь, от напуток?
Часового с той стороны. Без стрельбы. Есть. Дорога не Чибисов задела. Здесь. Ну, ребята. Товарищ командир, патруль. Эй, но!
Как было приказано, без стрельбы. О, чистая работа, товарищ замполит. Ну как? Все в порядке. Пошли. Торопиться надо, товарищ, торопиться. И надо торопиться, боцман. Надо точно знать, что операция выполнена. Держи. Куда? Это мое дело. Разреши, товарищ замполит. Ну, иди. Сороки, давай за камень. Thank you.
Прошу к столу, товарищ командир. Привычки поставил, товарищ капитан третьего ранга. Пусть стоит. В журнал. Отправлен на дно неприятельский миноносец. Есть. Прикажете начать зарядку? Начать зарядку. Есть. Самолетов противника! Зашифровать и как можно быстрее передать штабу. Есть! Thank you.
Сколько мы еще можем продержаться? Сколько будем дышать? Да сутки, не больше. Только что же это за дыхание, товарищ капитан, третьего ранга? Это постепенно помирает человек. До полного затемнения мысли. Плевать я хотел на смерть, но задыхаться, как крыса, лучше торпеду в бок. Извините, конечно, товарищ капитан третьего ранга, но чем плавучим гробом на дне завалиться, эх, выйти бы еще разок на поверхность, настоящего морского воздуха глотнуть, да ударить, чтоб чертям тошно стало. Что же вы хотите, командиры? Драться. Чтоб перья у них полетели. А снарядов у нас хватит. Такой фейерверк им закатим. Так, так. Идите отдыхать. Вот те раз. Идите отдыхать. Есть идти отдыхать. Как ты думаешь, почему нет помощи? Полад, дорогой, ты знаешь, сколько дел у нашего флота? Надо ждать. Надо уметь ждать. Ищите, караулите, ждете.
По местам стоять! Всплытию! Дать кислород! Ну, ребятки, глотай напоследок. Пузырь среднюю! Всплывай, боцман! Есть всплывать! Капитан первого ранга, перископ. Спасибо, товарищи! Спасибо, храбрые моряки!